Очередные выходные вместе с Первым городским каналом. Уже по традиции в субботу и воскресенье зрители ждут фильмы мирового кинематографа, полезные программы и сериалы. В субботу все телезрители смогут посмотреть сериал «В меньшинстве», а вечером в 22:30 не пропустить американский боевик «Гнев». В воскресенье днем еще одна, на этот раз отечественная новинка, драма «Асса». Мама, я уже не ребенок! Взрослый человек. Мешок на ухе, в очках стекол нет. Сними серьгу. Зачем? Некрасиво. Еще одна громкая премьера назначена на воскресенье в 22:30. Картина «Второй шанс». История музыканта Дэнни Коллинза, которого в молодости обожал весь мир. Однако уже много лет он ничего не пишет, но однажды музыканту приходит письмо от Джона Леннона. В главной роли Аль Пачино, а сама картина была основана на реальных событиях. Одним словом, посмотреть будет что. Главное, не забыть включить Первый городской канал в эти выходные.